Я хочу сегодня взять здесь награду. Понимаете, как приятно, когда людей уважают, награждают. Я тоже хочу сделать приятное. Украинскую ветерану Афганистана. Так, медаль у нас такая есть. За светлягу. Называется «За победу». За доблесть. Поэтому я этой медалью уполномочен наградить сегодня здесь, сидящего здесь, генерала Яремчука. Так? Поэтому Валерий Иванович, я в Москве здесь, нашим прекрасным, вручаю вам эту медаль и поздравляю вас, чтобы вы были всегда таким, как вы есть, как вы были и как вы будете. Ну и еще такую одну медаль. Кстати, у нас таких медалей, это только первые медали, которые у нас. То же самое хочу наградить, имею право наградить того же самого председателя, который сегодня очень беспокоен, что все это помогло организовать, то же самое. Вячеслава Ивановича Храмцова. Обмоем. Ну еще я рассказываю, что я как с Украины вступаю тоже в нашу общую организацию международную ветеранов инженерных войск. Спасибо. Разрешите мне от имени отправления Украинского союза ветеранов Афганистана наградить теми же самыми медалями, только вот Тарас Петрович выступал от Днепропетровска, я за несколько организаций, наградить людей, которые нам, казалось, наиболее, так сказать, отношение к тому, чтобы росла слава нашего полка. Сохранялись люди и так далее. Антоненко Николай Георгиевич. Ура! Ура! Еланин Николай Николаевич. Лаус Геннадий Александрович.